Здравствуйте, дорогие друзья! И в этом видео мы будем сажать катальпу, точнее ее пересаживать. Вот такую катальпу красивую я вырастил. Видео есть на канале, как я сеял ее семенами. Вот такая получилась красота. В этом году из тех семян, которые у меня были посеяны, два стручка зашло пока вот только три штуки. Первая, вот это видно, по вторая. И вот здесь вот маленькая третья по счету. 7.04 посажена, пикировка была в этот стаканчик. Это 16.04, а это 27.04. Вот с таким разбегом они у меня растут. Для этих трех катальп я приготовил вот такие вот горшки, точнее вот ведра. Там дно уже треснуло у ведра, поэтому его кроме как для горшка использовать больше никак, я думаю, не получится, но я буду использовать их для горшка. Они 10-литровые, так как катальпа достаточно быстро растет и очень хорошо развивается, и я пока не знаю, не решил, куда я буду сажать, я принял решение, чтобы посадить их в большие горшки, для того, чтобы они спокойно могли развиваться, потому что корневая система очень... К сожалению, на этом видео, не знаю, по какой причине оборвалось, так как съемку веду один. Я уже посадил, я это не видел, что оно прерывалось. Я уже посадил, в принципе, тут ничего сложного нету. Вот получилось у меня три 10-литровых ведра. Это самая большая, средняя и самая поменьше. Вот такая вот красота. Будем наблюдать, смотреть. Ну, листья красивые, большие. Мне они прям нравятся. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока!